Всем привет, с вами StevePro, и сегодня покажу вам, как сделать портал из любого блока в Minecraft Pocket Edition. Вот мы сможем сделать вот такие порталы, которые будут стоять из любого блока, совершенно из любого блока. Сейчас вы можете у меня наблюдать вот несколько порталов. Допустим, первый портал сделан из льда, второй из камня, третий, четвертый из... Ну и так далее, кубка и так далее. Но для такого нам понадобится выйти в меню Minecraft Pocket Edition. Выходим в меню и скачиваем, устанавливаем программу под названием Pocket Inventor, которая будет в описании. Заходим в эту программу и находим наш мир. Он будет самым первым. Нажимаем изменить инвентарь и изменяем любой предмет. У меня будет меч. И в первой вкладке, где написано ID, мы пишем 90. Это ID блока портала ВАД. Изменяем, выходим, и предмет наш сохраняется. И мы обратно заходим в Майнкрафт. Заходим в наш мир, и после чего мы видим, у нас появился блок портала. С ним мы можем делать что угодно. Так, при мне сейчас телепортнулась овечка. Походу, она захотела попутешествовать. Вот мы можем делать, допустим, вот такого человечка из портала ВАД. Также мы можем спокойно войти в него. Ну, показывать я не буду, так как это займет больше времени. Так, сейчас у меня вроде маленько получился крипер, да, до этого. Вот. Вот такой способ. На этом все. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал.